Здрасте. Добрый день. Врача вызывали? Вызывали. Кто больной? Я больной. Ой, как хорошо. Хорошо. Мужчина? Но примета у нас такая. Если первый больной мужчина, это к счастью. Ой, я ужасно рада. Я тоже. Тоже рад. Ужасно. Так, больной, на что жалуемся? Вы знаете, доктор, что-то здесь в боку постоянно как-то тянет. Сердце. Сердце. Сердце вроде, извините, все-таки здесь. Ой, ну, сердце там, где часы. Это мы проходили. Так, а что же у вас там-то болит, а? Ну, я думаю... А может, вас укусил кто? Кто? Ну, я не знаю, кто у вас тут есть. Нет, что вы. У меня никого нет, доктор. Да? Доктор, может, вы все же меня послушаете, а? Ну, конечно же, о чем вы говорите, конечно. Так, слушаю вас. Нет, я имел в виду фонендоскопом. Чем? Ну, у вас должна быть такая штучка с резиновыми трубочками. А, это есть. А? Сейчас мы его найдем. Где он тут у меня? Так. А! Там у вас что-то тикает. Ой, как интересно. Тик-тик. Но болит-то у меня в боку, доктор. Да. А что ж тут-то может болеть? Может, печень? Ой, печень может. Хотя, знаете, вот мы проходили, что если справа, то это аппендикс. Доктор, я боюсь... Ой, вот этого не надо бояться. Это мы вырежем под наркозиком, вы даже ничего не почувствуете. Я боюсь, вы ошибаетесь. Дело в том, что аппендикс у меня уже давно вырезали. Да? Угу. Ну-ка, откройте рот. А-а-а. Шире, шире. О-о-о. Как же вырезали, когда я его вижу? Кого? Кого? Аппендикс, аппендицит. А вы не путаете, нет? С чем это? С гландами. Гланды. А где же аппендикс? Ниже. Отсюда не видно. Знаете, вы вообще какой-то капризный. Это вам не нравится, то вам не нравится. Давайте сами тогда говорить, что делать. Давайте. Хорошо бы направление на анализы. Анализы. Хорошо бы. Писать-то вы умеете. Ой, больной, а шутите. Проходили. Ой, я направление забыла. Потерпите до завтра, а? Потерплю. Ну, а я тогда побегу. А то мне еще столько вызовов. Кошмар. Всем должна помочь. Представляете? Много больных? Да ужас, ужас просто. Дай им Бог здоровья. Больной, опять шутите? Бога нет. Бога нет, но есть врач. Вы? Я. Врач? Угу. Тогда точно Бога нет.